Здравствуйте, уважаемые рыболовы! В этом видео речь пойдет о такой наживке, как хлебная корочка. Какую рыбу на нее можно поймать и как эту корочку насадить, я вам покажу в дальнейшем. Ну, вот нам надо готовить хлеба, вырезать такие квадратики. С одного края мы видим корочка. Квадратик должен соответствовать размеру крючка. Так как у меня крючки сейчас крупные, я вырезал квадратики покрупнее. Вот есть два способа надеть на крючок корочку. Первый способ. С краю пробиваем крючком мякоть, затем саму корочку вот так вот, крючок поворачиваем, чуть-чуть достанем, поворачиваем и подтягиваем. Вот. Жало крючка спрятано в хлебной мякоти. Хорошо держится на крючке, как для поповка, для поповочной удочки, так и для донки. Ну и второй способ. Более простой. Берется такой же квадратик. В серединку прокалывается жало крючка и вот так вынимается. Ну и в данном случае жало выглядывает. И первый, второй способ мне нравится. Ну, какой вам способ больше нравится, таким и пользуйтесь. Очень хорошо берет такую насадку карп, лещ, плотва. Ну, в зависимости от размера крючка и в зависимости от размера самого кубика хлебной корочки. Наживка простая, думаю, вам понравилось. Подписывайтесь на канал. Спасибо, что смотрели. Не хвоста вам, ни чешуи. Удачи всем!